Добрый день, дорогие друзья. Начался сегодняшний стрим чуть раньше октября, но так уж получилось. Бабки опять закончились, поэтому опять стартуем стрим, собственно говоря, сами понимаете. Так, ну, вкратце, если про то, что будет сегодня. Значит, сначала, как обычно, я буду донатить ПТСики. В данный момент имею 6600, к концу стрима планирую сделать хотя бы 6500, хотя бы 6500, потому что это слишком много для такого днаря, как я. Вот, ну посмотрим, что из этого, собственно говоря, получится. Также, кстати говоря, по поводу донатов, по поводу бабок, баблища, благополучия стримера и так далее, я убрал донат через Donations Alert, теперь будем только через Twitch Alert это делать, там добавили это самое... функцию доната через WebMoney и так далее, поэтому, я думаю, никто не будет против. Значит, хорошо, дальше теперь давайте поблагодарим наших уважаемых ресаберов. Рус Партизан за 15 месяцев, спасибо, Дэм Сол 12, Имерцомов 4 и Химт 12. Спасибо большое ребятам за ресаб, дай бог здоровья, добро пожаловать обратно, конечно же. Так, ну и, собственно говоря, поехали. Поехали играть в дотку. А, да, насчет того, что будет дальше. Дальше, возможно, еще потестим какую-нибудь эту самую кастомку. Разумеется, с сабскрайберами. В прошлый раз практика мне лично понравилась. Вот, может быть, будем чистить с таким мероприятием. Посмотрим. Вот, соответственно, соло дота, соло матчмейкинг. Значит, после этого, возможно, будем играть или А, вариант А, казаков. Третьих, возможно, если, опять же, найдем противника, оппонента, потому что, в принципе, игру еще нужно тестить. Ни разу я ее не стримил, но видел у Кирилла Кекса. Кирилла Кекса на стриме я видел. Вот, ну и также бытует мнение, что Илья... Он же Илья Мэдисон, он же Король и Кирилл, он же Белый Лев. Будут играть в этот самый, в Армсталкера. И, возможно, если я успею все сделать, если получится присоединиться к ребятам, то будет здорово. Если нет, то, в принципе, ничего страшного. Вот. С Кексом и ЛГ Казаков. Ну, нормально. Только Кекс, он задрот Казаков. Мне надо подтянуть уровень. Ну, это посмотрим. Так, ну а пока что стандартное говно 2. Можно посмотреть пока какую-нибудь великолепную игру. Alliance Limp 15-0. Limp, кстати, что-то в последнее время прям очень силен. Ну, насчет Армсталкера, ребят, далеко не факт, что все получится. Потому что, я так понял, там очень сложный отбор. Я могу не пройти. Я могу его просто не пройти. Нужно будет там написать эту самую историю моего персонажа. И я думал, если мы займемся все-таки подготовкой к этой игре, то всем чатикам, собственно говоря, попробуем что-то придумать. Ну, не обязательно всем чатикам, но если у нас есть талантливые, так сказать, писатели, то можно будет что-то придумать. Лего Вове выпало. Лол. Лол. Что, я тебя поздравляю. В хизи патч тестить будешь? Ну, я посмотрел, там вроде как сильно много нового ничего нету. Что его тестить-то? Или играть в хизи, или не играть. Потому что, по сути, сделали поудобнее геймплей, я так понял. Инвентарь, там перетаскивание, так далее и тому подобное. Вот, плюс новые локации. Что тоже круто. Вармслот только самый печальный стример, но это я. Последнее время я стримлю один, поэтому я очень печальный стример. Я, да, могу быть даже еще печальнее, чем есть на самом деле. Решил заработать на сабах, а она на зоне, ну и понеслась. Бабки закончились. Блин, ну там нужно же, чтобы еще... Ёб твою мать, уже как бы все. Уже все, раз это самое, линии взяты. Если все линии взяты, ребята, у меня всегда есть парочка возможностей. Можно зарандомить тоже, как господин Зиги Стардаст. Так, ладно, что, блин, 7 за слэш, 8700, что творит?
Финк. Ну, так, мы пикаем. Отлично, минус 2 голды, ничего страшного. Тролль Варлорд на рандомчике заезжает. Под тролля, кстати, круто Вайда брать какого-то. Батл Райт хотел оценить. Не хотел. Я, кстати, что-то открыл, посмотрел один в один БЛЦ, ничего не понял. Точнее, наоборот, все понял про эту игру сразу. Так, значит, что у нас получается? Джаггер, тролль. Ну, Войд, конечно, в принципе, не так плохо смотрится здесь, но он уже милишный джаггер есть, это нужно комбинировать. Сейчас Войд смотрится еще хуже против Виктора Виверны, поэтому надо, наверное, что-нибудь другое придумать. Всегда есть, кстати говоря, вариант взять старого доброго Батрайдера. О, кстати, отличный смайлик у меня есть, оказывается. Не, блин, я не подписчик своего канала, не могу его ставить, полное дерьмо. Так, короче, это игра, где, по сути, Сёме за Слэйеру я задоначу 25 ПТС, судя по всему. Блин, ну, не знаю, как обычно, пытаюсь придумать какого-то классного героя, получается Бэтрайдер. Ну, поехали. Пыль в квартире стоит столбом. Ебу я в рот Ростелеком. Отлично. Отличное творчество Нерико. В принципе, данные у тебя есть, чтобы писать слоганы. О, уже играем. Ничего себе. Ну, поехали. Так, может, Вардишон перепадет. Перепадет, не перепадет. Да, перепал на ништячок. Только не факт, что я успею поставить. Да, кстати, буду с нетерпением ждать первого доната, чтобы просто проверить систему Twitch Alert, будет ли все она показывать как нужно. Это, естественно, байт на донат, как вы сами понимаете. Сами понимаете. Стример стал очень алчным, продажным, поэтому все только за бабки делается. Это у Семы пик. Блин, я не знаю, Семен Заслер какой-то уникальный человек, судя по всему, имеет 8800, играя на саппортах. Это, конечно, жестко очень. Видимо, очень-очень глубоко разбирается в этой игре. Не проникся. Ark Survival. Блин, Ark Survival... Лично я, когда мы играли, в целом такая достаточно долгая, нудная какая-то игра. Плюс там много всяких-то лагов, багов. Не знаю, не очень. Вот из таких песочниц, из выживания, конечно, больше раз нравится. Нравится. Так, ладно, что у меня будет за линия? Там фантомочка какая-то? Нет. Да, наверное, фантомка. Виверна, Паджик. В общем... Тяжело будет очень стоять, что-то делать. Ну, посмотрим. На первых уровнях, по идее, меня еще не должны сразу убить. Чуть позже, ребят, я буду благодарить наших уважаемых сабскрайберов. Пока что жесткая дота. Жесткая-жесткая дота. Так, хорошее начало. В принципе, и заблочил я неплохо. Так что можно жить. Оп. Это крипчик подъехал. А вот и Паджик подъехал. Не, ну давай только без хакингов обойдемся. Так, ну можно теперь получить второй смело. Не, ну это очень хорошо, если я получаю второй. Паджик меня не убивает, я получаю второй. Еще крипчики, там все дела. Даже живчика. Блин, вот это плохо. Так, Паджик уехал. Ну и хорошо. Здесь можно полетать, в принципе, приятненько так. Не, фантомки что-то вообще пофигу на тиммейта.
ну и, собственно, манка закончилась, можно и уехать. О, не, куда это уехать? Тут ребята побежали. Я не понял, как так получилось, но получилось здорово. Надо будет обуздать эту технику. Так, блин, бабки не проблема вообще. Берем, значит, вот это берем, вот это. Едем дальше. North Korean Jesus, спасибо большое за подписку. Offlock by the Moon 18, Tolkien 2217, VS Jester. Спасибо за переподписку, ребят, дай бог здоровья вам, добро пожаловать обратно, как всегда, как всегда. Так, ТП-шку. ТП-шку, наверное, есть смысл использовать. Отвести я, конечно, не успею. О, Сёма успеет. Это, кстати, хорошо. Это мне нравится. Нет, теперь это мне не так нравится. Ну ладно, они все прогорают немного, так что... В принципе, норм. Не, ну, не норм нихуя, на самом деле. Экспаты экспой, но нужно... Ой, экспой, голда-голдой, нужно экспириенс зарабатывать. Ну, короче, ребят, на оффлейне закинуть разочек-другой. Дело нормальное, дело хозяйское. Так, секундочку. У Сёмы нету маны. Идем обратно, блядь. Идем обратно. Работать. На тролле Бон Севен. Да? Отлично, ублюдок будет руинить катку мне прямо здесь, сейчас. Кайф. Бон Севен. Хороший парень. Что, блядь, такое происходит здесь? Ух ты. Так, ну вот, собственно, уже пятый левел как бы есть, ребяточки. Ребяточки, пятый уровень прокачки персонажа. Отлично. Я, кстати, если что, не буду сняться, приеду сейчас вверх даже. На ТП-шке. Угу. Заблочено. Ясненько. Ну, Сёма за слэй, ребят. 8700. Как бы понятно, да? Что не все так просто. Ай да батя игры стакнул. О, блядь. Ну, самое приятное, что может случиться батрайдерам, это когда в лесу големы вот эти вот появляются. Не, в принципе, их и так можно, конечно, питфармливать. Ладно, сейчас, пожалуй, скажу им, пошли в жопку. Сейчас начнется это вот закидывание дерьмом всяким. Ну, пока он под стаками, по сути, он меня не убьет, так что ничего страшного. Еще есть два стула, два варианта развить события. Это или сразу дагер делать, или чуть подождать. Я вот пока не знаю. Нужны ли мне здесь барабаны и так далее. Начинается. Ой, задрот какой. Так, на него, главное, побильнее немного. Да лол, как он сбился? Короче, божественный ласхит, как обычно, примерно. Так, стикули. Короче, нет, надо брать, на самом деле, и стики, и... брасер. Потому что здесь, в принципе, без даггера есть возможность полетать, подимажить, так сказать. Фу.
пушит линию, только сыка. Кстати, я сейчас не очень хочу с ТП-шки лететь, потому что нет никого на карте. Возможно, придется лететь сейвить. Ну, это посмотрим. Вообще, да, было бы приятно приехать паджика убить. С одной стороны. С другой стороны, блядь, ну, нет, ладно, в пизду, короче. Мне нужно вниз ехать. Да, неприятно. Ну, против двоих, конечно, делать нехер. Он даже апсом заблочил. До сих пор нету стака, спавна. Так, ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы под хилинг гвард приедем. Немножко подхилимся. В принципе, блин. Убивать хочется, на самом деле, летать. Чтобы трайдер, который вначале ничего не делает, это такое печальное зрелище. А, у нас еще Нюкс был лесной какой-то. Интересный парень тоже. Так, ладно, иди забирай эту хрень. Я буду лес фармить. Опа. А ребята-то уже здесь готовы. Ну, это... Ну, ладно, это как его? Это Bond 7, так что... Такой стандартный фит. Видишь паджика, как бы, но все равно идешь, потому что а почему бы, блядь, и нет. Я же, блядь, Bond 7, кто мне что сделает вообще? Эх, Bond 7. Спасибо, что попался со мной. Спасибо, что зарандомил. Спасибо вообще, что ты есть такой, молодец. Очень приятно играть с профессионалами в команде. Это, знаете, легкие ПТСики. Да. Ой, блядь, урод. Так, ну что ж, продолжим. Нас все еще, смотрю, лес выфармливают. Блин, если я сейчас Даггерси не возьму, наверное, я его хрен дофармлю. Поэтому неплохо было бы его сейчас взять. В ближайшее время. Ребята, есть. На этом спасибо хотя бы. Так, ну, големов. А, ну, конечно. Я же, блядь, для тебя стакнул, мой милый друг. На, это Муфаса. Ладно, надеюсь, он будет тащить. У меня даже френдлисте есть. Стандарт. Короче, песос полный сейчас будет в начале игры. Не знаю, возможно, с даггером получится что-то делать. У нас плюс есть, в принципе, нюкс. Герой хороший, влюбился. Ну там, да, там еще алхимик присутствует. Короче, да, очень похоже на то, что это раздача ПТСов в этой игре. Все, в общем, ТПшки не юзаем. Firefly тоже желательно поаккуратнее использовать. ЕС еще прилетать, помогать. Как же ты это знаешь-то? Давай. Ну, блядь! Все, поехали. Будет битва, будет драка, толстые тела в экстазе. И чего? Не, ну ты не убиваешь меня, братишка. Вот они, брусаки. Ебать. Придурок, блядь. Не, ну понятно, что он там, конечно, не выживает, но... Bond 7. Слава богу, что ты есть. Bond.
Севен. Блин, еще фит пошел. Эх, ну, ладно, в принципе, наверное, все уже привыкли, что, как правило, фантастические игры происходят на стриме. А ты че, такого дерьма в соло матчмейкинге обычно не случается, когда один играю. Это только на стриме начинается вот это вот. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, да, тоже почему бы не сдохнуть. Так, ладно, сейчас пень вниз. Враг такой приходит. Я тащу, убиваю людей, кроме алхимика. Так, ну, легкий фраг, конечно же, в скобочках нет. Ладно, сверху уже, наверное, никого не будет. По крайней мере, на это надеюсь. Но если есть пашка какая-то, то мне может быть плохо. А, нет, пашки не будет, они все здесь. Они уже нас пиздят, фактически. Забирай, дружище, забирай. Все для команды, для командки. Что же, не буду... Во, кстати, фантомка достаточно бедная. У нее только Владимир есть. Нет вангварда всяких и так далее. Это хорошо. А это плохо. Стоп, может успею. Успел. Лол, два левела. Здравствуйте, дратуйте. Так, ну и дальше. Что у меня? Муфаза, блядь. Ну это же так очевидно, блядь. Керри, керри игроки. Они такие. На что вообще расчет делается? Я хрен его знает. О, курьер убил. Кстати, вот на этом можем и, так сказать, набрать. Потому что в целом это уже второй курьер за эту игру. Големчики. Ну вот, это работа для придурка. Пускай он делает все. Так, вопрос номер два. Значит, два стула. Опять же, форстав сразу или... доделать барабаны. Ну, что-то я уже насчет барабанов не уверен. Наверное, лучше форстав делать, пытаться кого-то вытягивать. Вот, например, снизу сейчас можно попробовать. Ребята приехали, так сказать. Пока у алхимика еще нет радика, в принципе, все не так плохо. Несмотря на счет, несмотря на то, что у них преимущество уже сейчас есть. Несмотря на то, что у Пуджа, блядь, даггер есть. Ух ты. Все живо. Даже, блядь, котла не смог заковырять. Это как бы... Хорошо, что у нас так плохо все. На тебе, два стаки, че. Ты что, дурак, что ли? Ну что, мне кажется, они сейчас сдохнут. Или я сдохну сейчас. Блять. Короче, на секунду бы быстрее Firefly. А, он с Радиком уже был. Нет, с Радиком, конечно, это я дурак. Да что-то я это самое. Любой батрайдер, уважающий себя, если видит 6 стаков на враге, он уже хочет идти вперед. Так, ладно, ничего хорошего в чате мы не увидим, так что можно, наверное, просто его выключить. Вот. Это совет, кстати, всем джентльменам, которые играют соло матчмейкинг. Очень рекомендую выключать чат. В таких ситуациях не замораливаться, не сраться ни с кем. Просто выключить чат и жить спокойно. Это перспективная штука. Так, ладно, нафидел я как уёбок. Ну, ничего страшного.
Можно попробовать забрать тауэр, конечно, но я подозреваю, если будет драка 5 в 5, то мы так отсосем. С учетом того, что у нас еще видно, Сэн Кинг там закопался. Ну, кстати, Сэн Кинг, кстати говоря, если он этот недостаточно умен, то, возможно, сейчас он отъедет. Да, ну что-то Тимки вообще... Вообще похуй. Ну сгоришь ты, блядь. Ну нахуй еще зарядик тебе. Ладно, все, эта игра закончена уже. Быстро, да? Ну это дота, ребят. Как правило, матчи достаточно быстрые. Так сказать, концентрированное удовольствие. В очень больших дозах, блядь. Ой, хорошо-то как, дотка. Ладно, давайте посмотрим статистику. 2-8. 8. Угу. Хорошо, хорошо. 6500 близко. Ну, ребят, я, понимаете, такой человек. Я ставлю себе цель и иду к ней. Потому что... Потому что, да, ребят, надо так делать. Хуяк. Не ожидал? Не ожидал? Сык. Молодежь. Это называется крипскип, ребятки. Крипскип и спейс для тиммейтов моих волшебных. Ну, блядь. Савуха сейчас еще запинаем, и вообще все хорошо будет. Там как бы не с горами форстав. Буду всех укатывать, увозить, катать. Ох, заживем. Так, что у нас здесь? Форстав, дезолятор. Вот, 1004. А, этот Вангвард. Вангвард отъехал. Хорошо, хорошо. Тут у нас скоро уже будет манта. Ага, ага. Ну, типа как бы можно ловить здесь его, но типа как бы нет. Пойдем вниз сейчас. Надо сплитпуш играть. Как бы у нас-то есть котл, у нас отличный потенциал для защиты. Отличный потенциал для лейта также есть. Отличный потенциал для Сильвер Эджа у Бон-седьмого. Говорю, ребят, невозможно проиграть эту игру. Ух ты, ух ты. Ну все, блядь, ну все. Сейчас мы-то с ним как раз сыграемся. Вот так вот, нахуй. Ништячок. Да, ну, вот это вот фантастические моменты, конечно. Я не знаю, как так случается. Ну, просто почему бы не подкопать тот самый момент. Хотя нет, ну, наверное, я должен был читать это. То, что он там сейчас от крипов подбил. Сейчас он прыгнет такой. Но в свое оправдание скажу то, что... Так поебать вообще, блядь. Так насрать просто. Так, ладно, что там, форставчик намечается. Давайте не будем о грустном, лучше немножко о хорошем поговорим. Значит, так. Тут попробуем стакнуть. Тут попробуем големов зафармить. Кто, блядь, если не я. Вот так вот, вот так вот. Ну, пока все получается, отлично. Пока все работает. Вот так сделаем. Вот так. Кто сказал, что Бутрайдер големов не может фармить? Кто сказал? Так, все, обрадуем команду, что у меня есть форстав уже, ТПшка. Я не думаю, что мне сильно здесь нужна будет, так как у нас осталось два тавра. Он врыв Бутрайдера прочитал. Ну, да, да, да. Я говорю, сейчас очень много молодых дарований играют, так сказать, самородков. Поэтому тут как бы все читается. Ну, этот ганг, конечно, прочитать невозможно было. Невозможно. Так, ладно, что дальше? Медалечка. Медалечка Б-широк подъехал. Вот каждый раз, когда показывается фантомка на карте, у нее плюс один новый артефакт. Очень интересная стратегия.
Ладно, делать здесь нечего. Хотя вот сейчас, наверное, ТПшка мне уже не помешает. Такой вместо чего? Вместо стиков. Да, самое правильное, наверное, будет. Потому что сейчас, сами понимаете, ребята, эра сплитпуша начинается. А, ладно, короче, веселая игра очень. Попробуем вот этого молодого человека убить. Победа, ребят. Победа. И все. И сразу уебывать, естественно. Мне кажется, он говорит это серьезно. Он хочет выиграть. Спонсор вот в команде. Хочет выиграть. Ой, забавные люди, конечно, пошли. Ух ты. Ух ты, Муфасыч, блядь. А как бы ниндзя, он просто, видимо, переиграл в этих, этот, кастомка есть, где надо джаггером играть. Вот как бы доджит все подряд. Я как бы тоже в кастомке играл, так что до Гералты нормально все есть, присутствует в игре. Так, все, ушел, красава, красава. Ну, это тоже не читается никоим образом. Невозможно предугадать этот ганг. Это убийство. Тут тоже как бы ничего не случится с тобой ни в коем случае. Нет, ну тут как бы уже все. Чувствует, чувствует. Так, и что бы мне взять такое? Ну, типа как бы БКБ по-хорошему нужно брать. Может быть, кого-то действительно смогу увести. Увести да подальше. Так, снизу хоста. Ладно, поехали делать следующим образом. Максим. 118 недель. Максим, это были лучшие 118 недель в моей жизни. Спасибо, что ты здесь. Так, вот это вот немножко неправильно получилось. Пожалуйста, сделать вот так. Так, нас ебут на базе уже. Абсолютно ничего плохого в этом не вижу. Ничего страшного. А крипчиков бы убить. Так. Ну, я вот могу вот так сделать. Все, все, это, блядь, минус. Это наш мальчик. Давай. Ой, не получилось. Ну, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Ладно, хотя бы это мучение длилось не так долго, так что все, в принципе, неплохо. Все, можно, в принципе, отдохнуть под фонтаном, порегениться. Ну, ребят, хорошая, хорошая первая игра получилась, очень хорошая. Report player. Ability abuse. Я не знаю, блядь. Жалко, нету, типа, просто ретард. Ретард и репорт. Гов казаков. Очень рано еще. Очень рано еще. О, у нас аганим есть. Я тоже можешь сделать аганим. Не, я за поинтбустером не смогу пролететь. Так, ну что ж, хорошая игра получилась. Жестячок, спасибо тебе за 16 месяцев ресаба. Мэтт Тринд, спасибо за подписку, no joke. Также спасибо North Korean Jesus. А, это я уже читал. Спасибо, ребят, за поддержку. Эх, так и хочется кого-то утащить, увезти. О, стоп. Сам, что ли, дается? Нет, так мне не получится. Хотя по таймингу. Внимание. Спасибо за внимание. Ну, нет, не получится. Хорошая игра. Что ж, ну, ребят, будем надеяться, что следующая игра будет еще лучше. Следующая игра будет еще лучше. И с нетерпением нажимаю на кнопку «Поиск матча». Ну, а пока, как всегда, трехминутная рекламная пауза, ребят.
Можно было бы еще разок прочитать. Ну, понятно, понятно, приятно, да? Нормально. Ацепт. Угу. Вот, и вы знаете, я почему-то уверен, что если этот отбитый сейчас попадется против в команде, то он будет бегать с гадлайками и так далее и тому подобное. О, прекрасное начало дня. Так, смотрим. Нет, нету этого тырка. Хорошо, что нету. Как же приятно наблюдать за соло доты. Неописуемое удовольствие. Друг, ты себе не представляешь, как приятно играть в соло матчмейкинг. Просто настолько, я не знаю, аудитория доты, она настолько взрослая, адекватная. Очень, я поражаюсь, настолько стойкие нервы у людей. Все стараются, пытаются взаимодействовать с командой, общаться. Приятно, просто приятно играть в эту игру. Очень приятно. Ох, ребят, вот если бы в какой-нибудь другой игре такие были бы... Вот, только из-за приятных людей играю в Доту. Исключительно из-за моря позитивного удовольствия и приятных людей. Да, если вот меня спросят, почему ты играешь в Доту, ответ именно такой. Из-за этого прекрасного комьюнити, из-за этих отличных людей. Дай бог им здоровья. Так, Фан, занатил 100 рубасиков. Жирный, ты уже говорил, что из-за стрима так хуёво... А, так, ты уже говорил, что из-за стрима так хуёво играешь? Нет, я не говорил. Ну, на самом деле, я буду говорить, что я хуёво играю за стрима, когда я буду реально очень плохо играть. Очень плохо. И на фоне тиммейтов реально выглядит слабо. А пока что, в принципе, на Бэтрайдере я более-менее нормально полетал. Как бы Бэтрайдер — это не тот герой, который должен тащить всю команду на себе. Он должен тащить одного врага, которого команда должна убивать. А если он тащит врага, а команды это самое, в принципе, не пахнет, и дэмэджа никакого нету, то, соответственно, ничего не получится. Ну, признай, что тебе нравится это извращенное удовольствие, соло ММ на стриме. Да. Ну, ты знаешь, все мы немножко с этим самым... Не без скелетов в шкафу, так сказать. Так что, в принципе, да, мне нравится. Мне нравится, что он делает на тролле. Да. Так, хочу начать смотреть за игрой Бонсен, чтобы научиться играть. Что скажешь о моей идее? Может, ты подскажешь, блин? Нет, ну ты знаешь, если ты хочешь научиться играть, то это, скорее всего, оптимальный вариант. Это на данный момент лучший игрок в Доту. Вот, кроме всего остального, это еще отличный человек, очень адекватный. Вот, поэтому да. Только, к сожалению, не так много игр можно найти с ним. Но желательно проанализировать все, которые он сыграл. Притом, может быть, даже из первой доты, потому что это тоже может помочь немного. Почини голос мужика, я прошу тебя, пожалуйста, несколько раз. Да, бля, я не знаю. Я не знаю, почему он не работает. Вот, 100 рублей. Сейчас я покажу тебе оптическую иллюзию. Смотри на мою руку. Ты думаешь, что на ней нет 5 пальцев. На самом деле, твоя мочлюха, цеглат, отлично. Блин, я не знаю, как починить мужика. В принципе, я вот не... Короче, оповещения уже должны работать. Почему-то они все-таки не хотят. Оповещение на Twitch Alert, если, может быть, кто-то владеет этим сайтом, то подскажите как, потому что в целом вроде как я сделал все правильно. Нажимаю там на Donations, бла-бла-бла. Минимум amount to alert 100 рублей. Минимум, так, text to speech. Минимум amount to read 100 рублей также, по сути. На русском языке он должен это самое читать. Все разрешено, все вроде как хорошо, и все здорово. Ну, я не знаю, почему-то он просто не хочет этого делать. Плагин включить, выключить ВБС. Давай попробуем так сделать. Я попробую еще раз ссылочку перевставить. Так, хосты вот убрали, все убрали. Ага, скопировать. Хлоп, хлоп. Включить, выключить. Ну, не знаю, я сделал все, что мог.
Не знаю, ребят, ну, возможно, на следующем стриме, потому что сейчас я сказать, ну, не смогу сделать по очевидным причинам. Сегодня будут кастомки с савами, да, возможно. Что скажешь о Хизи? Так я уже это самое сказал, все вроде о Хизи. Типа, карта новая, вроде удобнее все. Может быть, когда-нибудь и поиграем, дойдут руки. Недавно, кстати, относительно где-то... Ну, недавно, понятие тоже растяжимо. Где-то, наверное, месяц-два назад, может быть, тоже иногда поигрывали в Хизе. До International еще даже. В принципе, было неплохо. Было весело. Карта, да, игра такая же, да. Но мне кажется, кстати, карта, она, в принципе, много делает для этой игры. Вот эта вот сама атмосфера, типа, другая. В принципе, там все задроты уже... Ну, в прошлом Хизи постоянно были какие-то замесы на пустыре, где просто-напросто какая-то опушка, какие-то это самое, машины ездят постоянно. А сейчас я так посмотрел на стримы всяких молодых людей, и вроде как довольно частенько все происходит в городе. Может, просто сделали как-то так, что больше строений добавили и так далее. Я не знаю, я просто не видел карту еще сам по себе. Посмотрим, будет видно. Блин, в общем, не знаю. Походу, мужик у нас не будет, к сожалению, говорить. Но вообще, я хотел, чтобы он говорил, потому что намного удобнее во время игры так читать, потому что иначе я просто не смогу этого делать. Да, ну ладно. На нет и сюда нет, как говорится. Я, кажется, сейчас еще мельком посмотрю, но я не уверен, что что-то получится из этого. Нет, в принципе, все вроде правильно сделал, настроил, но что-то... Все равно через жопу у меня. Ну, это стандартно, в принципе. Привет, Андрей. Привет, магистр Алекс. А ты на мипы умеешь? Сколько смотрю стримы, не видел мипаря. В скобочках не помню. Слушай, если я попадусь против этого самого... в команде с Bond 7, я покажу тебе мипаря. Но только при этом условии. Так, отлично. Три игры осталось до 6500. Надеюсь, я все проиграю. Нет, карта вообще не похожа на старая. На старую, ну хорошо. Так, фантастическая игра, 5600. О, кстати, Собачкиным попался. Сейчас будем, конечно, разносить врага просто вперед ногами. Блин, надо было, конечно, может быть, какую-то керри позицию или мидера взять. Хотя вон у нас уже, блядь, два сларка есть. Один в миде, второй в легкой линии. Видел тебя от Варына, когда вы опять соберетесь героев с воробьем и кексом. Не знаю, кекс, кстати, предлагал недавно. Но что-то я вчера вот его стрим посмотрел. Варына тоже захотел с героев пошпилить. Слушай, я не знаю, может даже и сегодня. Ну, все зависит от времени, все зависит от того, как там будет проходить у кекса, там у Ильи стрим и так далее. Будет ли желание потом. Потому что герои это достаточно долгое мероприятие. Некродеды или бунт? Не, ну против Джаггера и Дазла уже не хочется некродеда брать. А так, конечно, идея мне нравится. Да вообще, в принципе, на любом герое, так сказать, уйти в лес, просто подкачаться там, я думаю, не так плохо. Лесной некродед. Блин, ну на самом деле, вы знаете, ребят, в принципе, если... Если прям сильно хочется, да, если вот прям хочется некродеда, то в целом рука тянется уже. Тянется рука к некродеду.
Ну, что-то прям как-то вот уже на кнопку. Поехали. Поедемте, ребята. Ставлю метку вот сюда, вот беру себе Iron Talon и иду пародировать. Ладно, никого не буду пародировать, просто буду играть сам, играть душой, сердцем. Хайп. О, так, ну все, это будет хорошая игра. Ну просто не знаю, как-то, знаете, появилось настроение поиграть на Некродиде после первой игры. Такое случается обычно в матчмейкинге. Лесной болван с талоном. Именно так. Взял блокнотик, чтобы записывать гайд на бус ММР. Так, хорошо. Значит, первый совет тогда записывай. Вы играете в пятером. Нет, вот так. Давай так, заново. В твоей команде 5 человек, но ты один. Вот, первая фраза. Но ты один. Значит, вторая строчка. Пиши. Никому не верь. Ты один. Третья строчка. Когда тебе предлагают пойти в смог, мьють чат, никому не верь, ты один. Вот. Ну и дальше, по сути, уже по это самое, по игре. Смотри, конспектируй самый важный момент игры. Так, ну, очевидный закуп, конечно. Ой, у врага еще и хусик. Ой, а у нас Тинкер, Сларк. Здорово. У нас прям это очень такой, знаете, как это называется? Синергичный пик. Вот это вот Сларк под Тинкера. Шадоу Демон будет прятать Некролит и будет 3 Некродеда. Через 2 Ганима и Доминатор. Нет, это пока еще не настолько конченый Некродед. Это, не знаю, что-нибудь может получится из него. Так, значит, что качать? 125 маны, как-то за такой демедж там маловато. Я думаю, с Хердстопером будем качаться в лесу. Тардонтк, 15 месяцев, и Тапкадеус. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Так, ну, вот тут начинается в чате Арус Некродеда, вот это вот Некр с Талоном. Ребят, сейчас все будет. Зря вы так скептически относитесь, очень сильный персонаж для лесного кача. Главное еще как-то, знаете, растечься по стулу поудобнее, чтобы было. На Ancient of Eden. На Ancient of не работает сейчас Headstopper. К сожалению, так бы я пошел бы. Почему бы и нет? Все, ну теперь чат бежит слишком быстро. Невозможно успеть прочитать. Так, вот боец-то, а? Что творит? О, ну, как бы естественно, первым стаком будут тролли. Никто не спорит. Согласен, давайте больше троллей. И по закону жанра должны быть големы вот слева. Не, волки, все хорошо. Точнее, волки. Знаете, вот в доте как-то Лост поднял тему, что очень много вот делают неправильных ударений. Там, ну, опять же, пример волки. Это ни хрена неправильно. И я сам грешу этим, ну, что поделаешь. Просто как-то так повелось.
Так, ну и, собственно, ребят, у кого уже почти третий левел? Э? Так, ну этих я, наверное, стакну. Я думаю, будет получше. Так, ну хорошо, что мне, конечно, никто не мешает, но это с одной стороны. А с другой стороны, могло бы быть все похуже. И получше могло бы быть. Проблема в том, что Акс, судя по всему, в лесу тоже очень неплохо качается. Но это не мои проблемы уже, правильно? Я-то как бы Акса контрить буду, так что все в порядке. Нажать. Вообще, что-то я это плохо сыграл. Надо первого волка убивать. Заметьте, волка, а не волка. Правильно? Правильно. Отлично. Так, и вот этих мужичков тоже. Сколько я получаю? Получается 20 маны за брата получаю. Слушайте, ну очень, кстати, неплохой показатель. Маны, соответственно, 10 хп. Так все, я никуда уже не выхожу из леса. Продолжаем кач. Я думаю, на втором уровне можно даже садистов 2 взять. Это будет 40 маны и 20 хп. Оу, щет. Не, полное говно, если честно. Хотя... Как это полное говно? Ничего не полное говно. Так я и сделаю. Еще нужен... Нуль талисман. Тихо. Тварь. Ну, это называется быстрый уход на базу. Ребят, просто дефолт. Сколько я потерял? Я потерял 120 голды, но заработал намного больше. Поэтому никаких проблем нету. Так, значит, стпшики летим, и с нуликом все уже, совсем другая игра, ребят, совсем другая. Две веточки еще на всякий случай возьмем. Ой, жалко, бан седьмого нет в моей команде. Очень жаль, очень жаль. Хотел бы с ним еще разочек сыграть. Так, ну все, садист работает, или на полную, у меня есть ноль талисман. Агров стратегически покоцал немного. Главное быть все верно. Главное не отчаиваться. Плюс 80 ман, ребят. Если вот так все считать... О, это самые лучшие крипы вообще, которые только могут быть. Крипы вы самые лучшие. Вы слышите это? Я буду максить садиста, мне нравится. Так, садиста, ну и, соответственно, еще нулик прикупим. На светлое будущее. Ну, на седьмом левеле, разумеется, тоже садиста. Он там очень неплохо скейлится. В два раза больше всего буду получать. Ну, давай, иди сюда. Так, получается у нас сколько там? А, кстати, блин, со второго на третий левел не так круто, как с первого на второй. Надо будет об этом подумать, задуматься, так сказать. Но зато на четвертом левеле прокачки очень охренительный скилл. Блин, вообще, с другой стороны, я убиваю двух крипов, и у меня есть мана на дополнительный пульс. Очень недурно. 6-я минута, 6-й левел. Ой, да не крадет. А там какие ребята? Вон, это тоже 6-й акс. Так что, ребят, изумительная стратегия. Еще ботинок купим, чтобы быстрее передвигаться по спавнам.
Во. А здесь, конечно, нужно малышей спавнить сейчас. Они... То, что мне нужно. Так, ну я искренне надеюсь, что я уже тут не сдохну. Кстати, зачем я ульту взял? Не, ну ульту на всякий случай. Ульту на некродиде не брать — это грех. Так, ну я надеюсь, кстати, конспектирование-то идет. Стратегии. То, что все это не просто так. Так, Снакинт, 6 левел. Блин, надо было, наверное, ПТ-шку сначала брать. Во, все, поехали. Левел 7 — это фаталити. В этом мире нет ничего лучше, чем некролит левел 7. Некрофос, точнее. Лол, так это я, получается, уже успеваю эти три спавна зафармить за одну минуту. Это серьезно, серьезно. Ну, за Дайр, за Рейдиан, точнее, было бы потяжелее, потому что не так близко друг к другу спавны расположены. Проклятый голем, блин. Он сам сдох. Он как бы понял, что здесь уже ничего ему не светит. Фантастик, спасибо за 25 месяцев ресаба. Дай бог здоровья и добро пожаловать обратно. Так, ну дальше я тут сделаю себе, пожалуй, дагерочек. Не буду я заканчивать с этим самым... Как это называется... с вейлом. Пока рано еще, наверное. Когда ты в лесу стоишь, в принципе, пофигу. Не нужен вейл особо. Блин, косяк, 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 ребята. Сами видите, что творится. Не успевают дофармить точку. Блин, как же мне комфортно играть на таком некролите. Ох, еще. Вот таких крипчиков бы почаще. А, нет, стоп, ошибка, ошибка. Сначала вот этого. Малыша. Так, ну все, сейчас буду фуловый уже так-то. Так-то, ребят, нормально все очень даже. Даже немного лучше, чем я думал. А, вот, только надо было ТП-шку с собой еще брать. Хотя, знаете, когда уже 1600 голды, хочется травелишечки себе иногда брать. Ну и что ты думаешь, пацанчик? Сюда иди нахуй. То, что я вышел из леса, не значит, что я ничего не могу. Понял? Так, значит, подождите, если я беру себе травела, в чем... Не, никаких травелов. Там не убежать ни от Акса, ни от Хусика, так что только дагер. Только дагер, только хардкор. Ух ты. Блядь, нормально. Поборолись немного, поборолись. Не зруйнь. Пожалуйста, блядь. Ну, что ты, блядь, уёбок совсем, что ли, нахуй? Так, ладно, дагерочек, дагерок. Вот большая ошибка была бы это сделать себе не дагер, а, например, этот, как его? Дагон. Большая ошибка, ребята. Уважаемые лесные некролиты страны. Это ошибка. Не делайте так. Так, ну все, веточки свое уже, в принципе, отработали.
Продавать я их не буду, потом еще переработаем во что-то более полезное. Так, а тут, кстати, грейв был потрачен. Поэтому почему бы не прийти и не разъебать его? Так, ну, никто не заметит даже. Дазил есть. Оу! Молодой человек, да вы в говне. Да ладно, чего ты боишься? Джаггер. Смешной. Выдает. Не, ну он тоже мертв. Лесной не кролит. Ребята, самое лучшее, что есть в доте. Нет, ладно, шучу, не самое лучшее. Есть еще вещи получше. Только на скидочку так придумать тяжело. Ну, то есть, как вы понимаете, что очень хорошая штука. Ну, такое возможно только на 5600, потому что здесь особо никто не задумывается, то, что, в лесу он не кролит, он что, больной, что ли? Ладно, сейчас я здесь сдохну, шахусик приехал уже. Поэтому я лучше как-нибудь вот здесь. Инвизеров у них вроде нет, а только Акс мне может помешать как-то. Ну, не надо. А я успею. И успел. Не обманываю, не обманываю. Так, что там у нас у Тинкеросыча? Ну, тоже Трувала есть так-то. Ну, что, нормально, нормасыч. Ну, тут как бы... Он, да, вот так просто сделает. А, это волевой тэп-аут от Некролита был сейчас. Ну, тот факт, что у меня, конечно, не было ульты, немножко помог ему, но вообще он, конечно, херню сделал. Ну, нормально все. Все как надо отдалось. Так, окей, это есть. Что дальше теперь? Догончик, наверное, может какой-то подмутить. Ну, вообще я хочу хусика еще раз убить. Ну, вот не знаю, есть такое желание просто. Дазл мертв как раз. Главное, чтобы этот молодой человек не отхилился. Ух ты. Ну, пожалуйста. Эй, тихо. Секундочку, но у меня же, блядь, 11 стаков. Что ты от меня хочешь? Что ты хочешь от меня, сука? Да, Тимка, конечно, молодцы. Что надо. Блин, у нас еще Элдер Титан, который тоже с третьей пассивкой. Там, между прочим, настолько жестко снижается резист, что просто... Что, ребята, что я даже не знаю, как бы, что я не знаю даже. Очень серьезно. Так, что теперь? Ну, в принципе, мне нравятся травилищики. Чтобы быть мобильнее, так сказать, чтобы успевать там накрывать. Стикули. Нужны ли мне стикули? Непонятно. Блин, может как-то изуродовать, на самом деле, некролита. Некродеда, простите. Можно взять блейдмейл какой-нибудь. Но блейдмейл, хотя против хусика, типа, как бы неплохо работает, но нет. Блейдмейл не подходит. Блейдмейл точно не подходит. О, можно Октарин сразу запилить. Октарин, это здорово. Сейчас, скорее всего, просто приду вниз, оттуда сразу убежит Хускар, что он боится меня. Так, это вроде Аркан руна была. Или нет? Нет, судя по всему, нет.
Так, ладно, я готов на выезд. Не, ДД было. Так, ну все как бы на выход. Здравствуйте, здравствуйте, ребят. А вам чего? Надо еще, главное, крипчиков подфармливать параллельно, чтобы реген был, сами понимаете. Так, а там что происходит? Насук. Разорался, ёпт. Сука, петушок. Да. Слушайте, ну я прям чувствую, что в другой ситуации мне могло бы не хватить демейджа, поэтому, возможно, стоит прикупить себе догон. Чтобы уж точно. Дагон. Да, Дагон хорош. Против Акса, против Сенкинга тоже смогу сейчас убивать. Быстренько. Хотя, насколько хорош Октарин, вы себе просто не представляете. Октарин, Радик, там вот это вот. Дагон. Блин. Ну, Дагон это как-то слишком просто. Нагун реально простенько. Весьма. Вообще, хороший вариант сразу Шиву сделать. Да, пожалуй, воспользуюсь вариантом. Вот тут, кстати, можно и брать его. Потому что там, в принципе, физического урона достаточно. Минус армор, дазла. Неприятная штука. Oh, yeah. Я не даун, 100 рублей, спасибо большое. Яся пидор, а Юсуф тоже пидор. А, нет, петух и пидор. Все, сори, перепутал. Как обычно, блин, все перепутал. Так, ну что-то пахнет здесь. Не, ну я думаю, рядом с Дазлом он как бы не отдастся мне. Вишна, нет. Так, бам-бам-бам-бам-бам. После такой файтины, конечно, уже больше на догон как-то смотрит. Душа. Не, короче, ладно, Шива. Шива Октарин. Шива Октарин. Все по гайду. Поставил цель себе, иду к ней. О, Сларк сдох. Ну, ничего страшного. В этой игре я не бэтрайдер. Могу и, как бы, покерить тимку. Покерировать. Опа. Так, ну надо дазл стан как-то. Хотел застанить его просто так. Ну, придется сейчас станить. Не-не-не, подожди. Подожди. Ну, Дазл, как бы вы поняли, что он уже знает, чего ожидать. Парень неплохой. Ну, в любом случае, на самом деле, это не полная контра некролита, типа дазл. Особенно 5600. Ну, вряд ли он всегда будет в позиции, типа всегда будет живой. Потому что его, в принципе, тоже, его задача с Ларка, в принципе, на него прыгнуть и начать его убивать. Так что, может, все будет нормально.
Так, ну тем временем шил почти есть уже. Это хорошо, хорошо. Хекс, ну какой хекс? Это слишком просто. Ты чего? Что ты такое говоришь вообще? Предлагаешь лесному некродеду сделать хекс? Ну серьезно, ну перестань. Ну прекрати. Ну ахахахаха, ну прекрати. Тусик. Вот, кстати, вроде бы... Ну да, не дамажится. Так как бы даже интереса никакого нету. А вообще, конечно, было бы круто гералитам постоять на эншентах. Блять, ладно. Проще самому слетать уже. Так, ну и, соответственно, Октарин Кор. Потом, возможно, Аганим, там что-то такое. Тебя тоже в школу обзывали голубем? Ну, вроде нет. Я, честно, уже не особо помню. Ну, редко. Не было такого постоянного типа голубь. Почему не Аганим? Потому что Аганим это слишком просто. Но вообще, рано еще для Аганима, по идее. Потому что сейчас, в принципе, и так люди, если в таверну попадают, они, как правило, не хотят выкупаться. Это потом, уже в лейте, полезная штука будет. Пока что еще не особо. Пока что просто бегаем, фармим, акторинчики, шивки, гоним и так далее. Вон, братишка, подлечим. Почему не Радик быстрее фарм лол? С этим спорить тяжело, конечно. Тут у меня нет ответа. Опа, мне еще товарок достался. Ну и ништячок. Блин, сейчас можно его на БКБ подразвить. Хотя он сейчас, в принципе, сдохнет, скорее всего. Да, он труп. Не нажал, не успел. Ну, кстати, да. Ну, вот сейчас, теоретически, если бы у меня был бы Аганим, мы бы, наверное, сломали бы сторону. Хотя я не уверен, что у него есть байбек. Вот в чем дело еще. Так, ну что враг будет делать? Как-то, блядь, много всего. Хочу ли я байбекаться? Мне кажется, нет. Не, что-то я себя переоценил. Ну, хотя, если был бы Shadow Demon рядом, но я не посмотрел. Если был бы Shadow Demon, наверное, я бы ничего не боялся. Не, ну все равно, байбекаться я точно не буду, потому что вряд ли мы сможем это самое сломать что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, Собачкин. Собачкин делает дэмэйдж. В принципе, без меня все неплохо. Только Вардик убей. Ага, отлично. Идеально. Блин, я сижу, по-моему, в таверне чуть ли не дольше, чем Хускар. Это нормально или нет? Бам-бам-бам. Ну вот из всего, как бы, вроде брони много, все хорошо, но по ХП совсем плохо. 17 левел, всего лишь 1360 было. Что-то этого недооценил немного этот момент. Ладно, но сейчас все будет по-другому. Сейчас Октарин подъедет. Потом. Блин, а что потом? Потому что в идеале иметь ХП 1003, наверное. Вот, чтобы прям было комфортно, прям хорошо, чтобы было уютненько. Еще ты, блядь, тыкаешь на меня. Я тоже потыкаю на тебя. Че ты с... А? Пошли, конечно, тингеры. Так, вот он про 20 игру за сутки. Ну-ка, Дред, скажи мне, как быть? Я так не могу. Проиграл 20 игр за сутки. Я не знаю, как вообще играть. Мораль никакой. Проигрываешь за проигрышем. Если бы из-за меня...
проигрывали, я выкладываюсь на мои тиммейты, это же просто бред. Играю еще пока на 5 камусах, и что мне делать? Терпеть. Стиснуть зубы, терпеть. Ну и по возможности получать удовольствие, конечно же, в этой ситуации непростой. Ну, диффуза там уже. Ну, кстати, Джугер-то такой богатый молодой человек. Короче, терпеть тебе нужно все это дерьмо. Ну ты индеец, я балдю, конечно. Чисто подраться пришел. Вот и богатый Джугер, кстати говоря. Ну, у него байбек точно нету. 90 секунд, не знаю, команда захочет ли что-то сделать или нет. Сейчас опять на меня просто прыгнут, выебут, будет неприятно. Ну, спрячь. Ну, где ты, блядь, братишечка? Ну, не знаю, тут у врагов уже супер много времени было, чтобы убить. Не, все, я пошел. Тут уже как бы назад дороги нет. Или есть? Нет, нет. Просто если некролит видит фраг, он идет к нему, он хочет его. Рррр. Ну, это что-то ты лишнего, братишечек, тоже. Двадцать два! Регенься, деда, регенься! Ой, хорошо-то как! А! Ой, как же хорошо это получается-то все. Тебе прям приятно, приятно, честно говоря, приятно. Вот, оу, темп килл. Ты стал заметно лучше и увереннее играть. Приятно смотреть, хорошо стрима. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, не зря все-таки ж я настолько много в доту сидел, играл. Ну, спасибо, приятно, приятно. В действительности, это была одна из целей, так сказать, потренироваться в дотку играть. Ну, просто делаем скидочку на некродеда еще, это же, как бы, беспроигрышный вариант, однако. Так, все, значит, артефакт есть, могучий. Теперь, наверное, гоним просто побольше хп и так далее. В целом, конечно, не то чтобы только побольше хп, это, в принципе, очень крутой артефакт. Для некролита. Так, что у нас здесь? Настоящий и нет, Джаггер. Ну, я, кстати, могу прыгнуть на него и убить, если он сейчас останется здесь. Конечно, он всегда может успеть нажать крутилку. Он, возможно, на это и рассчитывает. Еще 90 секунд. Ему мало, мало. Он хочет еще сидеть в таверне. Так, он что, пошел фидить просто? Или что случилось? А, ну, короче, все. Игра закончена. Всем спасибо. Было здорово. Ну и, кстати говоря, уже скоро еще коса будет одна. Хотя, если сейчас они на меня все накинутся... О, Драгон Лэнс лежит. Никто уже не накинется, судя по всему. Не, ну мне чужого не надо, поэтому пускай лежит. Оу, е. Еще темкилл. Бал у нас почаще таким стримом, то соскучились по тебе. Ну спасибо, спасибо тебе еще разочек за поддержку. Ну, по ситуации, по возможности, сейчас вот, как видишь, немного участились стримы. Вероятно, в будущем еще чаще будут. Так, ну ладно, все. Блин, Google мужик молчит, это вообще неприятно. Это
очень плохо. И причем я не знаю, что делать. Он и на... Кстати, а может у меня просто этот сломался CLR браузер как-то? Может надо новый скачать? Я думаю, я в следующий раз так и попробую сделать. Раз в месяц. Да нет, не раз в месяц. Как, когда последний раз стрим был? Числа где-то, по-моему, 15-го, что ли, что-то подобное. То есть сначала раз в месяц, потом раз в две недели, потом раз в неделю. Потом, сам понимаешь, что там уже каждый день как бы... Не могу удержаться, не могу удержаться. А где он? Пойдем, 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 пойдем. Блин, на мне Burning Spears. Копия Бернинга. На русский язык если переводить. Бам! Бамс! Тоже плотный парень такой. Ну все, ГГ, ВП, Ангел Аренку. Ангел Аренку, я думаю, попозже скатаем, ребята. Попозже, попозже. Деньги, походу, кончились. Да, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, тем. Бухгалтер сидит, блядь, походу. Таким темпом 6500 не набрать. Ну, блин, я стараюсь. Я пошел некрадитом в лес. Типа, я же не наш, что собачкин просто затащил эту катку. Слишком легко. Ладно, дорогие друзья, пока опять трехминутная рекламная пауза. И все, да. И я очень скоро вернусь, продолжим набивать, так сказать, 6500. Так. Сейчас я еще попробую, может, немножко разобраться с этим самым, с алертами. Так, а что если протестировать сейчас? Оу, yeah. Угу. Слушайте, ну сейчас вроде... А, ну и тогда показывалось. Я не знаю, будет ли мужик читать текст. Блин, ну я очень надеюсь, что он образумится. Оу, yeah. Ни хрена он не читает, ублюдок. Да, ребят, времена пошли. Ладно, буду я читать. Пригон. Спасибо за 100 рублей. Играешь, как со мной, Лев. Лучший, кстати. Когда камбэк на просцену? Год отдыхал уже. Отдыха уже прошел. Спасибо тебе большое. Но сейчас самое приближенное к просцене. Это будет команда КБУ. Тренировочки, турнирчики. Правда, пока нет никаких турнирчиков. Но открою занавес тайны, что уже, по сути, мы собрали коллектив. Командочку. Вот, но потом это все будет у нас... Ну, в общем, будет первый турнир, мы, скорее всего, поиграем какие-то тренировочки, выступим на турнире. Возможно, опять же, все это будет стримиться, возможно, нет, возможно, у нас даже будет... Короче, ребят, по этому поводу, по поводу КБУ, загадывать я точно не буду, потому что это все довольно-таки, как это сказать, шатко, шатко, вот. Ну, вроде стараемся, стараемся. Мут на ОБС стоит в винде. Нет, не в этом дело. Андрей, почему ты не хочешь заняться YouTube-каналом, посвященным тематике игровых девайсов, ну и игр, соответственно, ну, был бы успех. Это не мое это. Я на самом деле небольшой любитель играть постоянно в разные игры, проходить их и так далее и тому подобное, поэтому это вряд ли по мне. Расскажи про своего нового провайдера. Мой новый провайдер 2.com. Пока что мне он очень нравится. Сейчас тещу на скорости 100 мегабит, потом, возможно, перейду на 500, если будет нужда такая. Хотя, в целом,
Итак, нету ни потерь кадров, ни прочего дерьма. Все в целом хорошо. Все кадры, которые посылаются, все кадры приходят на место. Опа, змея, ништяк. Стоп, не змея, это русалка. Так, 6500, ставлю оффлейн. Все, ребят, на минуточку отойду. Блин, и конечно же, когда атакер в моей команде, он не будет играть на кунке своим сраным. Потому что он в бане. Великолепно. Пропустил донат. Да, ребят, пропустил, пропустил. Потому что его не было! Как же хорош. Так, стоп, быстренько пикать. А, нет, враг пикает, все хорошо. Омник. Земелья. А, у нас шаду демона, это, кстати, хорошо. Паджик. И что делать? Как быть? Ну, Вайда я точно не хочу брать. Бэтрайдером я уже играл. Я вот, пожалуй, вот этого товарища возьму. Пожалуй, вот этого молодого человека. Виджет оповещений не запущен у стримера. Ваше сообщение отобразится, когда стример запустит виджет. Чего? Нет, 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 нет. По-моему, у меня все запущено как раз. Не, ну может быть я совсем ретард, конечно. Такая вероятность всегда есть. Но, по-моему, у меня все запущено, все норм. Эх, ладно. Так, в том-то и дело, что я делаю тест-алерт, но он не хочет читать. Вот сейчас, например, давайте еще раз посмотрим. Так, ну вот, тест донейшн алерт и пипка и вагина. Блин, ребят, я что-то даже не знаю. Вроде, блядь, все как надо настроено. В чем проблема? Вот, допустим, тест саб-алерт. Все работает, все здорово, все прекрасно, идеально. Тест донейшн алерт. Он даже сейчас, в принципе, не хочет высвечивать. Хотя до этого работало. Так. Ну, естественно. Предикчу победу. Тест-алерт выше 150 рублей сделай. Алло, так при чем здесь это? Я сделал 100 рублей. Какая разница? Если бы он читал, он бы читал и так. Ретард на стримере. Обидно сейчас было.
Rocket 2511. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Ладно, потом разберемся, наверное. Не знаю, что это. Ну, у меня всегда были проблемы определенные с настройками различного рода программок и так далее. Что ж поделаешь. Так, что у нас получается? Значит, Storm Mid. А, у нас Луна и Shadow Demon. Еще и подкрепляется все Dark Seer'ом. Но вообще пик у нас достаточно серьезный. Вопрос лишь в том, насколько хороши будут Omni-Knight'ы и ОД всякие. Сколько сейчас сабов? Порядка 300 где-то. Так, ну саппорт у них вроде как не очень, поэтому накидываем парочку щитков, смело пропушиваем онлайн, получаем второй левел, живем, кайфуем, наслаждаемся. И на себя сейчас еще, если получится. Дурачки, что ли? Ах! Крыса. И из-за таких, как ты, я не получаю свой второй левел. Обидно. Так, что там, кто-то отпулил, не отпулил? Нет, никто не отпулил. Ларетку не хотелось бы сбивать. Вторую закину, пожалуй. Так, сапог. Нет, не сапог. В первую очередь Soul Ring. Мусье Атакер пришел такой здесь. Угу, молодец. Интересно, как он будет играть не на своем любимом кунке. Вполне вероятно, что хорошо. Просто так 8000 рейтинга не набиваются, даже если ты очень хорош только на одном герое. Блин, успею. Вроде успеваю. Только стакич, по-моему, не успел сделать. Зато могу успеть сделать вот это вот. Я сейчас приду, мешать ему буду. Как же я хорош. Ну, это все знают и так. Что, когда закончится у тебя крутилка? Взял бы вакуум, убил бы его, наверное. Секундочку. Секундочку. Так я его и так убил. Так а зачем мне вакуум тогда? Как здорово-то, ребят. Как здорово. Я, кстати, сам не ожидал. Ну, у него ноль помощи, что поделаешь. О, ну начинается. Прилетел, там покрутился. То, сё, 5-10. Давай продолжим. Ты мне с этим завязывай. Ну дай ты куда? Нет. Кстати, древняя стратегия вот такая вот. Встаем вот здесь примерно и делаем вот так. Правда, по регену мне не очень хорошо уже. Я все видел. Так, нужны арканы с одной стороны, с другой стороны не помешает хедресочкам. Угу. Так, вроде я добью, кстати. Там, по-моему, по 160 что ли демеджа вылетает. Блять, ну так точно добью. Эй, не вей. Так он опять что за старое? Не, ну здесь, конечно, я уже не смогу.
Ну и с другой стороны, он не сможет. Давай, атакер, сделай их. Блять, что это вообще я купил? Братишечка, братишечка, давай, ты не въебывайся. Не, ну я ж чем мог, тем помог, так. Дальше Сарянова как-нибудь сам. Ну, мы Джаггеру проблем создаем, это хорошо, это самое главное, по сути. Так, у меня еще есть арканы. Мне бы, кстати, вот эта наша штука не помешала бы. О, так у нас еще сверху победная линия. Ну, все, не, нормально. Я спокоен за эту игру в целом. А, атакер на шторме. Лол, так это не атакер ни хрена, да... Я-то думал, я с легендой стою на линии. Это обычный баунти хантер, ничем не примечательный. Крутись, крутись, крутись. Почему ты... А, тебе нечем крутиться? Так ты бы так сразу и сказал. Насыка. Ой, еще второй. По идее, крутиться ему до сих пор должно быть нечем. Не, ладно, мой тиммейт уехал. А какой левел? Шестой. Так. Ну и опять ему нечем крутиться, между прочим. Короче, сейчас, по-моему, Тавр уже сдохнет. А, нет, он дефит его. Молодец, молодец. Возможно, мне пора уже лес подфармливать немного. Да, я, наверное, так и буду делать. Типа, нет, можно, конечно, дальше стоять там как-то задрачивать, но, по-моему, проще еще лес фармить параллельно. Омник еще, ничего себе. И этот шестым. Что творится? Ладно, сейчас побольше им накидаем туда всякие эти самые щиточков. Опа. Кажется, у меня проблема определенного рода есть. Бля, ну это фантастическая одна секунда, конечно. Опа. А, Soul Ring. А, Soul Ring. Ясненько. Soul Ring XD. Так, ладно. Могу ли я что-то сделать сверху? Нет. На самом деле, по-моему, в этой игре особо ничего не нужно делать. Максимум нужно бегать, помогать шторму. Тоже на него айоншельки накидывать и так далее и тому подобное. Потому что нам нужно, чтобы просто расформилась луна. У них нету ни одного... А, нет, стоп, у них есть ОД, который в теории неплохо убивает иллюзии. На этом все. Так, все, крутись. Крутись, крутись, крутись. Нет? Ну ладно. Ну я постарался хотя бы. Вот, а нам нужно просто расформить
нашу луну, чтобы у нас были иллюзии Shadow Demon. Он уже качает Disruption. Здорово, прекрасно, великолепно. И вот этот еще возьмем. А, они приехали все туда, значит. Ну, хорошо. Мне этот порт не нравится твой. Он еще мяукает. Я не противник котов, но не знаю. Как мяукает этот вард, мне не нравится. Дай-ка я угадаю, что он сейчас будет делать на этой пачке. Блин, сейчас у него опять код будет. Короче, не, Soul Ring нормальная тема. Он реально подкантривает эту линию Soul Ring своим. Ну, не то, что подкантривает, но он хотя бы стоит и кайфует. Яд, в принципе, тоже мне, естественно, ничего не делает. Да, конечно, молодой человек серьезный, серьезный. Блять, ты можешь поближе подойти? В пизду тебя, не хочешь, как хочешь. Так, короче, ладно, последний аншел и пойдем. У меня проблема есть одна такая серьезная на Dark City, когда я играю. Если вот я стою на линии, получается фармить и так далее, все делать как надо, прям не могу остановиться. Стою, фармлю, качаюсь, кайфую. Вон, кота еще просрал. Это хорошо. Так, нам подписались еще несколько человек. Минго, 91, 20 минут с годовщиной. Милый, спасибо большое, очень приятно, ты не забыл. Хотя тебе напомнил Twitch, может быть, ты и забыл. Шикарин и Намитсуки. Спасибо за подписки, ребят, добро пожаловать. Так, еще я не боюсь. Ладно, я не боюсь. Я могу сдохнуть, но я, пожалуй, не боюсь. Короче, пора просто набивать себе на этот самый... На меку. Да, на меку. Пакер Мэтт, спасибо большое тебе тоже за подписку. За переподписку. Добро пожаловать обратно. Ух ты. Ну что, ТП-шечка потратили. Все хорошо. Мека есть. О, тоже подзаработал. Малыш. Так, так это же сейчас будет битва, будет драка. Толстые тела в экстазе. Так, и тайминговая... Нихуя себе. Нихуя ж себе. Но под щитками-то ты вы сгораете, сука. На, сука. Это XYI. Ребят, ну вот эта мека, которая просто поменяла все. Которая поменяла все. Это так и должна называться эта история.
Стенка, кстати, не очень хорошая была у толстой скотины. Вроде нормально их под это самое подстянул, ебальнички, но проблема в том, что стенка не попала. Ну, бывает, бывает, что там, бывает. Там, кстати, много всего напотрачивали. Надо подспортить нашему бачку игры. Ну давай, чё ты? Чё, ты цикло, что ли? Ну, сейчас он поехал, чё-то хз. Чё-то, блядь, атакер, конечно, не на куночке играет, это видно. Хрен его знает, блядь, чё он сразу не поехал? О, кажется, я в говне. Да я... Что он делает? Короче, ладно. Это, знаете, это вот та самая ситуация, где ты постарался на кого-то понадеяться в игре. Даже с учетом того, что это наш топ в ММР, что это сам атакер, что у него 8000, он все равно, блядь, какую-то хуйту сделал. В итоге, ребят, что... Какой вывод делаем? Вот это вот, там, в начале, три первых пункта до игры. Ты один. Вот. Пока что ничего не изменилось, я действительно один. Блин, сейчас там тосики, столько дэмэджа будут давать. Короче, блядь, командочка, поехали. Блядь, кот сраный, надо убить его. Не надо, не прыгай. Ладно, может тут хотя бы кого-то убьет. О, тут вроде нормально все делается. И у Такер с маной. И тут промахнулись. И заканчивается действие эффекта. Короче, нормально. Фит во благо, что называется. Так. Так, так, так. Короче, ладно, да, ему нужно будут стоны всякие фармить. Они сильны вместе, но в целом с таким стартом даже сейчас у нас все не так плохо. Так, ну а мне нужно добить или грифсы, или даггер. Но вообще даггер здесь отлично звучит. Хоть у нас АУЕ немного, в целом тут стяжка нормально будет стягивать. Хорошо будет стягивать стяжка. Вот так вот. Только врагов. И также убивать всех. Так, тихо, 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 тихо. Добить. Хорошо. Так, нужна ли стенка второго уровня? Я думаю, не очень. Можно здесь по щам получить, опять же, но надеюсь, этого не случится. Хотя, если они пойдут на меня, то это будет достаточно юзес мероприятие, потому что им нужно сейчас пушить товара, забирать рошанов, а не дарксир убивать, которого они и так убивают в целом. Так, а Рошана, наверное, хотят, не? Не, Паджик пришел сюда уже. Короче, норм. Фарм идет, все хорошо. В принципе, дефим, пушим, все у нас отлично, все здорово. Можно даже чатик почитать. Сейчас побегу на базу, просто так почитаю чатик. Опа, так а в чатике только фолловиш происходит. Еще, кстати говоря, господин Хакс 7 и Драгнилеон 131 подписались. Спасибо вам большое, ребят, за это. Дай бог здоровья.
Доната вообще не видно. Донатов нету. Так, в смысле, ребят, на Donation Alerts... На Donation Alerts не нужно донатить. Все, я отключил эту штуку. Я, кстати, ну-ка проверить. Может, туда кто-то это самое еще закидывает. Бабулесики. Не, сегодня вроде нету. Сегодня никто. Короче, нет, ребят, Donation Alert закрыт. Сейчас только Twitch Alert, и, соответственно, там буду пытаться настроить все, чтобы было норм. Потому что пока, конечно, демо происходит. О. Атакер. Да. Ну, у нас, не знаю, у нас просто Луне нужно, да, БКБ какое-то. Когда мы будем сильнее их в замесе, то все кардинально изменится. Вообще можно. Вот сейчас для нас хорошая ситуация подраться, я считаю. Кстати, может, что-то пишут люди? Чат надо размутить. Луна, подходи, пожалуйста. Очень-очень хорошо. Очень хорошо, ребята. Очень хорошо. Ну вот, мы типа такие стали сильнее. Сейчас забираем тавр, становимся еще сильнее. Парочку артефактов появляется. И все, потом приходим к базе, начинаем пушить с Луны ГГВП. Суицидники. Что, блядь, еще разочек? Или даже, видимо, без Рошанов просто сейчас все это будет. Да, тут еще как бы подспрятать можно. Но сейчас мы можем получить по щам, потому что нету магии и хп мало. Может, максимум тауэр убить какой-то. Блять, он не боится, конечно. Ну, пожалуйста. Ладно, одного ставим, Молдова. Да, похоже, он приехал. Ну что ж, с приездом тогда получается, да, да. Короче, ребят, с донатами сегодня фейл, но... Я думаю... Ничего страшного. Потом надо будет обязательно разобраться. Или нанять человека, который может разобраться. В общем, если в чате есть знатоки, ребят, дайте знать. Может быть, из сабов кто, может быть, просто из модераторов или обычный человек какой-то. Так, что-то готово, готово. Ну и следующим тут... Лотус Орб, сам бог велел. Опять нафидел. Мразота. Не, ну мы на самом деле, мы намного сильнее. Мы настолько сильнее, что просто перевес невероятен. Да, блядь. Что, блядь, эксперт по големам? Что за херня происходит? Но, в принципе, неплохо идет. Это, знаете, это как это жизненное испытание. Жизнь там дает тебе вот эти вот трудности, с которыми ты можешь справиться, бла-бла-бла. И вот эти мои трудности. Да, на Бэтрайдере, там, Дарксире, Голема, конечно. Но я справляюсь, ребят, я справляюсь, я сильный. Ускорим фарм Луны. Это, ребят, нет, это не я горю. Просто у меня дома есть чайник.
Он иногда так делает такие звуки. Тоже прикольный парень. Ну, в общем-то, враг уже, мне кажется, почти сдался. Блин, у нас еще и джиггернауты есть, и луны. Видос на Бонсе, видос Бонсевен над, с Мидасом на ДС, я что-то не очень помню. Но я знаю, что... А, так я его хейчу так, потому что он же в свое время тоже, когда я был оффлейнером, он тоже был оффлейнером. Вот, и я тогда еще заметил в нем талант и потенциал. Не знаю, как так пошло, что начал хейтить. Ну, я вообще человек доброжелательный, на самом деле, но вот к этому молодому человеку я как-то проникся, не знаю, особой любовью. Да это даже не то чтобы по злому, но просто уёбок. Как это бывает, знаете, короче, да, просто уёбок по-доброму. Блять, очень плохо сыграл. Да не. Может, он захочет? Не, он так точно не захочет. Что, в пое не играешь? Не, в пое не играю. Christian from Sky. 23 месяца подряд подписки. Спасибо тебе большое. Рейди с кексом, плиз. Ты имеешь в виду этот... Армсталкер, что ли? Я не уверен, если честно, тут не все от меня зависит, поэтому, ну, не только от моего желания, тут нужно еще зарегаться, нужно, чтобы ребята играли, нужно, чтобы ребята не отказались от моей компании. Короче, есть вещи, которые нужно сначала, чтобы спрокнули. Oh, yeah. 150 рубашечев от Гровер Лока. Здравствуй, Дрюс. Здравствуй. Здравствуй, Гровер. Спасибо за поддержку, как обычно. Сорян, то, что не работает Google мужик. Да хоть кто-нибудь, хоть Google тёлка, хоть Google младенец, я не знаю, что угодно, но почему-то просто не хочет работать. Потом что-нибудь попробую сделать. Так, ну ладно, эта игра на самом деле, в принципе, у нас в кармане, но нужно ее все-таки как-то закончить. Попробуешь когда-нибудь с вебкой постримить, не знаю, возможно, когда-нибудь, когда-нибудь. Это рожь, наверное. Да, это было слово рожь. Короче, у нас тут паровозик. СД бегает за Луну, я бегаю за СД. Шторм просто тусуется. А Баунти Хантер примерно то же самое делает. Короче, вот, все, началось. Началась осада. Они абсолютно ничего не могут сделать с этим самым. С иллюзиями Луны, Шадоу Демона. Ну, рано или поздно сломают просто. И все, конечно. Не, секундочку, этих разобрали нормально, нормально. Стоп, они отпушивают? Ой-ой-ой-ой-ой. У нас подпушилось. Короче, вот, собственно, все. Я думал, будет попроще. Ну, ладно. Никто не хочет, да, я поехал. Нет, что ли, ТП-шечки? Есть ТП-шка, что она не поехала? Ну, бас, кажется. Го кастомки. Чуть позже кастомки. Так, можно это здесь прикупить, по сути. У нас, наверное, скоро... Опа! Здравствуйте, 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 ребята, здравствуйте. Я бы, наверное, может, даже и выжил, но грифзы я трачу просто таким образом. Ну, это по сути пофигу. Я ничего не потерял, когда сдох.
враг потратил время, по сути, потому что мы лайны все равно отпушили. 50 секунд отдохнул, немножко пообщаюсь с любимым чатиком, собственно, дело-то милое, дело милое, миленькое. У этого стримера запущена функция синтеза речи, однако воспроизведение речи будет работать только при пожертвовании 150 рублей. Чего? Ничего подобного. У Гроверлока все это самое нормально работает. Что-то Мерф... Что-то не то. Короче, ладно. О, хорошо-то как подфидить. Ну, по-моему, она уже в соляру там разбирается, нет? Нет, она может сдохнуть только. Эх, как все было хорошо в один момент. Что у нее там по артефакту? Ну, бабочка нужна еще, по сути. Из бабочки уже все, можно заканчивать. Тоже не самая хорошая идея, когда Дарксир мертв, идти нападать. Как бы даже не от Advanced Dota, это просто как бы Dota для самых маленьких. Если один из тиммейтов мертв, лучше не идти нападать. Такое есть поверье. Сам подфидел на атакер гонит. На атакер, да ни в коем случае. Ну что же это за такая клевета? Ну как можно на атакер это вообще наговаривать? Так, ну и дальше, вероятно, надо делать хекс. Кто, если не я? Кстати, там нормальные иллюзии его разматывают. И я еще пропушил своими... Блин, вот мы замутили. Это, конечно, красиво, качественно. Наши иллюзии сильнее, это все знают. Тровион, 26 месяцев, и БМО забрал 11 месяцев. Спасибо большое за переподписки, ребята. И также Бэдманки, 22 месяца тоже. Больше 100 баксов на любимом дреде. Блять, спасибо. Да. Получается реально больше 100 баксов. Благодарю тебя за это. А получил я, кстати, получается, в два раза меньше, чем ты потратил. Обидно. Ну давай, блядь, что ты боишься? Там вот они, дружище. Блять, что с этим атакером не так? Он сломался, по-моему. Нужен новый атакер. Где линза? Да линзы не будет. Я думаю, это не нужный артефакт. Не самый нужный. Падла паладин. Спасибо за 11 месяцев. Ресаба, тебе дай бог здоровья, добро пожаловать обратно. Так, ну вот. Вот он, починили атакер, он работает. Он сейчас не убьет и сдохнет. Нет, он не сдохнет, но не убьет, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Нет, это атакер, да. Вот это он, это он. Так, окей, низ надо, наверное, отпушить немного. Значит так, что мы имеем? Краткий анализ. Бабочки, конечно, не нарисовалось, есть Аегис. Аегис это на самом деле так себе, это не совсем победа. Реально не хватает немного статов. Все, поехали. Одна быстрее, вторая медленнее. Танчик пипал. Почти по КД можем лотос на него накидывать. По-моему, сейчас он просто не все сдохнет. А, у него сатаник еще приехал.
Я как бы готов, если что, врываться. И вот он! Не надо! Ёбаный бред. Блять, как же меня тяжело убить. Только проблема в том, что, блять, их тоже тяжеловато убить, однако. Не знаю, что не так? Ну, так, вроде ворвался, вроде норм, но нет. 100 рублей от StreamRoss. Андрей, привет, у тебя в text-to-speech включено озвучивание донатов. Alertbox с этим, значит, Netflix speech enabled. Да, конечно. Я перепроверю еще раз, естественно. Alertbox. Ты имеешь в виду Alertbox, да, Alert Settings. Все верно. Donations. Text to speech. Открываем. Enabled. Minimum amount to read 99. Рубасочки, соответственно. Так, я, пожалуй, 0 поставлю, чтобы он все читал. Так, русский язык. Spam security 0%. Звук. Язык русский. Сохраняем. Кстати, сейчас попробую еще кое-что сделать. Возможно, там косяки какие-то из-за валюты. Вон, сейчас по щам получаем. Так. Donation settings. Условно, минимум 100. О, Джаггера нет, ништяк. Ладно, я думаю, команды без меня, в принципе, выиграют уже. Блин, не знаю, что делать. Вроде, блин, все поставлено, все нормально. В общем, не знаю, сорян. Может, после игры еще попробую поковыряться, если еще какие-то идеи будут. Потому что пока вроде и так все это самое как есть. Да, ну, убивает их, конечно, однако, быстровато. Может быть, самому стоит уже? Да, ништяк. Хороший хук, отличная попытка. Интересно, они обратили внимание, что у нас на этих самых два лотус орба? Угу. А еще у нас здесь вижен есть. Было достаточно палевно. Гы. Отакер разводит. Блин, а что делать тут с этой магией? Какие-то, блядь, драки инвалидов. Они нас не могут убить, мы их не можем убить. Может, у него хоть камни когда-нибудь закончатся? Сколько у него? У него один камень остался. А это, блядь, что такое было? Ну, красава, красава. Нет, то, что АД отошел, это вообще... Почему мы это позволяем ему делать? Стоп, где луна? Убить хоть кого-нибудь. Просто, блядь, никого не... Она дэмэдж уже, наверное, за мест 1020 нанесла. Но просто невозможно никого убить. Вот эти омнинайты там так далее.
еще. Осада реально очень жесткая. О, кстати, УД мертв. Тоже, блин, парень ничего не боится, конечно. Да, наконец-то, блядь, фраги пошли. Хорей. Ну, атакер просто пришел, батя пришел, разобрался его. Тут-то сразу они байбеки, конечно, посыпались, посыпались. У меня ульта уже есть опять. Так, ну все, Рошанчика, поехали. Блин, как обычно, есть какая-то такая штука, которая постоянно капает на мозг. Вот сегодня это донат-алерт. Так, ладно, что нам в этой невероятной осаде осталось еще сделать? Один. Один сторона, сломат. Кстати, еще в целом... О, знаю, что нужно было сделать. Наверное, для такой осады реально нужно было купить Solar Crest. Трек больше не дает, вижу, глазами врага не дает. Алоха на паджике. Возможно, не уверен. Не знаю, я просто буду бегать за луной, заливать ей ману. Второй хекс. Слушайте, может быть, мне тогда не очень нужен хекс, может, линку взять? Потому что три хекса, я уже что-то думаю, это немного перебор. Что, ты не хочешь? Да давай, ты никто ничего не сделает. Что ты очкуешь? Я тысячу раз так делал. Не, я не пойду. Так, и что это? Это атака, вот эта вот знаменитая врага на нашу базу, осада. Не, ну тут с такой луной уже как бы особо ничего не сделать. Все, ну это же минус. Башика! Ну там под конец уже почти можно было. Ладно, вроде так справляемся. Нормально бьем. Второй хекс, отлично, отлично. Ну, такая, на самом деле, конечно, не очень интересная игра. На Некродеде пободрее было, пободрее. Ну, тут задача, по сути, просто такая, не самая важная. Просто стоишь сзади, что-то эншеллы покидываешь. Дарксир, в принципе, довольно простой герой. Именно на линии очень просто стоять комфортно и уютно. Да и по игре. Есть только там уже всякие хиксы, рефрешеры и так далее. Или самое неприятное, это когда ты фейлишь стеночку, стяжечку, вот это вот в лейте, которая там решает все в замесе уже. Кайф. Mm-hmm.
Так, враг, судя по всему, хочет сейчас нападать. Да, нам хиксы не особо помогают. Реально, был бы Solar Crest, у него было бы 50 армора, мисов 60%, блин. И тогда бы реально никто ничего не смог сделать. Ух ты. Ничего себе. Ну давай уже сам. Давай, все, го-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 го. Можно иллюзию? Пожалуйста. О-о-о. Ну это все, это финала. Эй, тихо-тихо-тихо, я-то тут при чем? А, луна живет, а луне норм. Один, блядь, спрятал. Второй там тоже обосрал немного. Блять, ты слишком силен. Ебать, 68 украденного интеллекту. Ладно, у них нет базы уже, это хорошо. Луна батя заунил. Ну тут тяжело было не заунить, на самом деле, в этой игре. Хотя, вот мальчик с МКБшечкой. Пожалуйста, хватит доты. Нет, не хватит доты. Пока еще не хватит ее. 6500, где мои? Почему я не могу заработать 6500? Все, победы эти, да победы. Да сколько можно? Служил ли я в армии? Нет, не служил. Какие мысли по поводу службы откоса? Ну, блин, сколько у меня друзей не служило? 99,9% говорят, что если есть возможность не ходить, то нужно не ходить, потому что это реально трата времени. Очень такая серьезная. Но бытует мнение, что некоторым уникальным, так сказать, людям действительно в пользу идет служба. Готовься к 8 в Армсталкер. Да я бы с радостью, но мне никто ничего не пишет, и я не уверен, что я типа успею все это сделать. Не от меня зависит, говорю. Я тут сам с радостью. Какие проблемы? Ямакаси будут? Да, ямакаси будут. Не совсем понимаю, о чем ты, но... Ямакаси мне нравится. Так, ну что, теперь у нас задача осаждать трон. Хиксы, хиксулечки пошли. Бладторны. За зайцами двумя погнались, обоих выебали. Идеально. Сейчас такое сделаю ему. Сейчас так обрадуется он. Сейчас так обрадуется. Вот, он, наверное, так рад сейчас. Он, наверное, так рад. Да, видите, он отмечает это, видимо. Good game. Кстати, я вроде как чат включил, но никто так и не пишет. Dying Light будет? Dying Light, не знаю пока. Пока не знаю. Зарегайся на том форуме. А есть у нас кто-то в чате, может быть, кто вообще знает, что нужно сделать? Потому что мне Кекс так сказал, плюс-минус. А где конкретно, зачем, почему не сказал? Что ж, дорогие друзья, 3-минутная рекламная пауза пока что. И дальше продолжаем в доту играть. Стрим рос. А, так, стрим рос, да, я тебе читал. Нет, не помогло тоже. Посмотри своим уровнем, что у меня больше 6500. Конечно, а я-то, у меня цель какая? Ну что это такое? Надо ровненькое число. Так, ладно, поехали еще разок. На одном дыхании пока игры идут. Так, ладно, надо бы отойти. Да, ребят, 2 минуты перерыв.
Так, дорогие друзья, я пока что еще не отошел, но очень скоро отойду. Небольшой перерыв на обед, а то уже, сами понимаете, 2,5 часа без еды. Очень человеческий организм тяжело это переживает. Вот. Так, ну, пока, в принципе, что будем делать сейчас? Дрюс, запускай почаще. Спасибо, Твим, за ресап. И Integral Master тоже спасибо за ресап. Значит, что я думаю, сейчас вкратце, наверное, еще одну, там, две игры, может быть... Не знаю, кстати, а может быть пати матчмейкинг попробовать? Сейчас мы к Тапу напишем, а то он там что-то... А, нет, к Тапу сейчас, может быть, на следующий только, если ворвется. Вот. И, ну да, я, ну, знаете, во время стрима я, как правило, себя будильники не ставлю, я просто сплю, до скольких сплю, это, как правило, часов до 3, потому что, знаете, ребят, как бы ночью-то есть много важных дел, там матчмейкинг... Как бы тоже, значит, видосики на всякие посмотреть. Героев третьих, может быть. По-разному. Диабло. И Диабло, блядь, ребята. У меня уже просто возникают невероятные мысли попробовать заспидранить как-то Диабло на 40. Я много очень смотрел, как это делают. Интересно, здорово. Ладно, все, ребят. Небольшой перерыв. Сейчас включу какую-нибудь игру, чтобы было не так скучно. И потом продолжим. Фантастическая пятерка против Prodota Gaming. Давайте это посмотрим. Там, возможно, даже будет обсервер. Блять, они закончили уже. Класс. Так, ну, может, чуть позже еще будут играть. Так, что посмотреть интересного? Ничего интересного. Это уже ничего особенного. Ладно, давайте вот эту игру тогда посмотрим. Будешь топить за ВП? Они будут играть сегодня? Если будут, то... Конечно. Конечно. Нет, они не будут сегодня играть.